Спасен Христе. Могусамбит Зурпастала Магурабливо, Фангуреб Гадацемас, то есть Ситуар, у меня сам поинт Гахловарт Мейра Клихетири. Рогурт Смугахсана Бачони Гадацема Самина Целисаган Шергиба, Магреб Чайндреван Дели Гадацема Канцхови были форматы Сикнеба, Каундинаре и Кидаро, Чайндреван Дели Стумари Гахловарт, Скими Гумени, Юакемен, Адамьяни Ромелиц, Могуца Обдац Хазлис Ганалу Баши Иерусалимши, Схуа Данарчени, Периоди, Гатара, Схуа Дасхуа Кванабши, Молуцит. Мы кей, будет самому гидкинут, не такой есть номер, то есть самому гидкинут, чем когда сами стреляют с Томерс, с кем и румени, его кемес, так вот с этим мамау. Такое, Роберт Суицит, такое, мой лучший, мой солдат, бранде будет Украина, ши, бранде будет Русь, ши, холо, эхал, чему ходит Сакартвело, ши. Ту, как уж и любят, а камни райме, да ту и гавит сайт, тут на ту харт нам копим Сакартвело, ши. Та, как уж и любят туара райме, уртиртоба Сакартвело стан. Господь не дал быть монахом грузинского монастыря в Иерусалиме. Древнейший монастырь Креста с 4 века. Там меня постригли в 94 году. И вот с тех пор мои отношения с Грузией самые теплые, самые нежные. До этого приезжал в Грузию в 78 году, но это были просто экскурсионные поездки, я был еще не крещен. А здесь уже была связь. И вот когда в 2000 году принял схему, и Господь открыл, что надо ехать в Грузию, я приехал к Святейшим. И вот так мы подружились со Святейшим Илией Вторым. Дай Бог ему здравия, благоденствия и действительно осуществления всех его планов, как помочь Грузии, как спасти ее. И с тех пор уже стал по его благословению помогать Грузии в Иерусалиме. И потом получил благословение для затвора на 3 года приехать в Грузию. Вот сейчас Бог дал добраться, много раз видеться со Святейшим. И пока благословение Грузию осмотреть, помолиться с проповедью, найти место для затвора. Но так Господь мне послал болезнь, что я оказался здесь, в Батуми, о чем радуюсь, благодарю Бога. И вот все мои странничества по России, по Украине, 30 лет странничества, и потом уже на фоне Греции, Израиля, они сейчас самое главное богатство – это старцы, которых я видел, которые уже на небе многие поднялись, но еще есть на земле. Все их благословения, будем надеяться, что они сегодня проявятся, и мы сможем помочь Грузии, как спастись, найти те пути, те механизмы спасения, которые, как всегда, просты, потому что Бог прост. И как выпросить у Бога, как сделать шаги, чтобы вся Грузия до единого была спасена, чтобы все обязательно спаслись. Вот моя глубочайшая просьба к Богу, вот моя жажда, чтобы укрепить нашу святителя или второго сегодня его интронизации, и чтобы действительно мы радовались тому, что мы говорим и делаем, потому что самое страшное мучительно несовпадение глагола с глубинной сути. Вот оно, начало горького раскола, двойная жизнь, двойное дно. Когда у нас единство, эртова, то, что говорим, делаем, тогда спасение. Это будет так. Аминь. 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 Аминь.
ასევე ეხა იმყოფება საქართველოში, სადაც ჩვენი სტუმარი გახდა შეუძლოთ და გაიკეთა ოპერაცია ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, სადაც ეხლა ამჟამად გადის მკურნალობას. ეხლა კი გადავალ ჩვენს გადაცემის სტუმართან შემდეგი კითხვით. Мамо, როგორც უკვე ვიცით, თქვენ ბათუმიდან შემდეგ აპირებთ ბორჯომში წასვლას. წასვლას გაქვთ ეგეთი ესეთი კურთხევა, რომ 3 წლის განმავლობაში თქვენ უნდა დარჩეთ ბორჯომში და თუ შეიძლება გითხრათ, ვისგან გაქვთ ესეთი კურთხევა? Когда ты проповедуешь уже 30 лет проповеди, и когда приезжал тот раз ещё в Тбилиси, то схигу меня Серафима, келеница батюшки Виталий, она за меня молилась и говорит: тебе для укрепления проповедь, для усиления полезно 3 года затвора. И святейший мне потом в Иерусалим тоже отправил это мнение его уже. Поэтому цель такая – затвор, чтобы больше принести пользы. Говорят, один затворник, старцы говорят, дороже 40 монастырей. Потому что когда ты в затворе, ты молишься за весь мир, но ты молчишь, есть сила, и у тебя больше коэффициент полезного действия, чем когда ты проповедуешь все, но ты многое теряешь через беседы, через контакт. Преподобный отче Серафиме, когда он почувствовал, что ему для духовной пользы полезен затвор. Он имел дар слова, был иеромонах. Он выпросил и ушел в затвор на 25 лет фактически. И только тогда Матерь Божия, когда он уже был готов для полноты проповеди, она его снова явила людям. Но здесь мне не дают 25 лет, а только 5 лет. И вот поэтому там, в Зеленом монастыре, стали строить домик для затвора моего, для того, чтобы крепнуть и снова дарить людям то, ради чего пришел мир. Но все равно, видимо, это будет пока полузатвор, пока вот еще буду восстанавливать свои силы после операции. И там с Божьей помощью наладим молитву за младенцев и рожденных, наладим то, о чем мы сейчас будем говорить. Уже, в принципе, у нас в монастыре там идет эта работа. Там идет непрестанная молитва, ежедневная литургия. И мы всех причащаем. И очень много детишек. И мы видим чудеса, которые уже происходят. Но это будет к укреплению. А потом, если с Божьей помощью Господь нам даст время, то это будет затвор. Но такой затвор, что мне все равно будет записочки давать, за кого, за что молиться. И вот это будет помощь от схимника, затворника. Ратом Бурджуми, Тара, Снуфтхвата, Румелимис, Сакартолос, Схуакутхи. Я пока искал за это время в разных местах. И владыка Серафим, Боржомский, Бакурянский, он мне дан был святейшим еще тогда, 10 лет назад. Вот когда мы сейчас встретились, то ему рассказал свои планы, как, и он предложил: посмотри, может быть, понравится. И оказалось, что все, что уже за всю мою жизнь накопилось, что можно подарить людям, он это все принимает, это тоже его, как бы, близкая ему тема. Поэтому и это легче осуществить с владыкой, который сам об этом думал, сам это делает, принимает, только вот Бог послал, что попал я в этот райский, как говорят, там рай на земле в Боржоме, в Боржомское ущелье. Мамаво, албат твоим тревон тели сакартулуши копнес мизези майнц из кахлау тром асессорс упалс асессорс хтышобелса. Маграм эрти китхва оолтвис мацохэбда родесац хтышоблис цель хвадра адгилебзия саубари сакартулус оолтвис канса кутребулад моихсениеба. Та ткони пасохи, ткони пасохи саинтересу икнеба рато хдеба из полапериасе. Это от того исходит, что когда первые апостолы бросали жребий, то вот Матери Божией выбрал удел
вере. Так Господь захотел, чтобы вера была особой удел Матери Божией, то есть корабль спасения для всего мира. И мы теперь видим, как это было. За 2000 лет не было битвы между иудеями и христианами, а наоборот, уважительное отношение. И иудеи уважали христиан, и христиане уважали иудеев, как первая церковь. И это мы видим влиянием Матери Божией, потому что сказано, что придет Илья пророк, пророк Малахия говорит последние слова Ветхого Завета, слова Христова. «И я вам пришлю Илью пророка, который обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы ас пришед не поразил землю истреблением». И вот мы видим, что отцы говорят, что обратил сердца отцов к детям, то есть обратил иудеев к христианам, и сердца детей к отцам их, то есть христиан к иудеям. И в этом есть тайна, потому что являлся инок Ферапонт, убиенный в Оптиной пустыне на пасхальной службе. И он сказал, что у иудеев есть глубина. У тех, которые от всей души служат Богу, но еще не знают Христа. Но они все равно, как первые христиане, ищут. У нас же есть широта у православных. Но те, которые соблюдают и то, это крест. То есть, как первые христиане, это редкие. И вот мы видим, что сейчас опять мы первые должны стать последней. Мы должны уподобиться первой церкви, когда Матерь Божия была жива, когда апостолы были живы, когда они служили, как говорил Христос, ни одна йота не изменится из закона. И вот тут мы видим вот это чудное отношение именно в Грузии, этих двух религий, которые сейчас нам должны дать глубину православия. Мы должны вернуться в чистоту первой церкви, и мы должны вернуться в общинность, потому что именно православие – это община, да? И мы должны вернуться в эртобу, в единство. Потому что без единства, без вот этих слов, которые сказаны в 4 главе Деяний апостолов, у многих уверовавших была одна душа, одно сердце, и никто ничего не называл своим. Вот эту радость первой церкви, когда они жили в Духе Святом, мы должны сейчас выпросить Грузии то, о чем столько делает святитель Илия II, этот старец на весь мир и этот великий молитвенник. И мы должны ему помочь. Мы должны помочь Илье пророку и сильно обратить сердца. Но тут есть и второй смысл. Отцы и дети. Сейчас на каждую грузинскую женщину 3 аборта, 3 убийства. То есть есть конфликт между родителями и детьми. Чтобы этот конфликт снять, мы должны сердца отцов к детям обратить, то есть увидеть, где эти дети, убиенные в очреве, пока есть только в Тбилиси Митевская церковь, где отец Акакий служит. Есть Киевская церковь, где молятся за таких нерожденных детей. И когда мы это делаем, у нас был целый монастырь на Волыни, где мы молились за ним, нерожденных. Вот тут мы видели великие чудеса. Когда мы молились, то дети обращались к родителям, живые. Снова начинали их любить заново. Мужья обращались к женам, жены к мужьям. Женские болезни проходили. И даже за границей родственники бросали наркотики. И это опять-таки вот эта тема, которая главная мне дана, как главное послушание – помочь поднять нерожденных детей, научить этому и делать это. А их миллиарды. Вот когда они поднимаются, они получают там на небе веночки великомучеников, это первое, то, что Серафим Саровский Иоанну Кронштадтскому еще в 91-м году рассказывал, когда он ему являлся. И тогда они с неба, уже не там, где места мучений,
Но с неба помогают нам вымаливать все. И вот это связано с чудным избранием Грузии, как ни одной страны. Так Бог захотел. Раз захотел, раз Матерь Божия выбрал, раз послала Нину равноапостольную сюда, раз она называется Джорджия, то есть страна Георгия Победоносца, он главный министр обороны на небе, то в Грузии удивительное дело. За 400 лет до Христа уже была привезена главная святыня того мира, Милотель и Пророк. Именно в Грузии, именно в Тисковелии находится Милотель. Это силище, которое выпросил Елисей Пророк себе, но она оказалась в Грузии. Потом главная святыня, вторая Хитон Христа, опять идет в Грузии. Потом гвоздь, которым пронзили Христа. Потом одеяние Матери Божией в Зуб-Диде. То есть, когда мы видим, что все-все-все собирается в Грузии, мы понимаем, что это корабль спасения, Господь хочет, чтобы здесь, где соберутся все грузины, потому что святитель Илья II сказал, до 12-го года собраться со всех стран, всем грузинам. Когда вот соберемся все вместе, тогда мы увидим полноту. Безусловно, все вернется. То, о чем мечтает, о чем просит, о чем боль нашего святителя, что Сухуми не с нами сейчас, часть Осетии и так далее. Все это должно вернуться только потому, что это удел Матери Божией. Он неделим, как Хитон Христа. Но вернется по нашим исправлению наших грехов, потому что и ушло по нашим грехам. Как главное, что у нас перед Господом держит, то, что мы христиане, это зиареба, причастие. Когда мы это осознаем, что без Христа мы ничего не можем, что две недели, если человек не причащался, он становится как колдун, светящийся черным светом, это приборы фиксирует, академик Виктор Вейник снял, то многие задумаются, вот почему мы не в церкви, потому что если кто две недели не причастился, он уже не в церкви. Он не имеет благодати, а мы должны снова вернуться к благодати, потому что цель христианской жизни – стяжание Духа Святого Божия. И вот тут Отче наш. Пури чвени арсобиса, молец чвен дгес. Это главное наше прошение у Господа. Дай нам причастие на ежедневный, на каждый день. Причастие арсобиса. По-еврейски лехам хукейну тен лану айом. То есть хлеб главного нашего закона, хукейну, жертвоприношения, дай нам айом сегодня. Вот если мы вернемся в первую церковь, мы видим чудеса, которые происходят с детьми. На детях это видно совершенно, как говорит Паисий Афонский. Если ребеночка причащаем 40 дней подряд, любая раковая болезнь, любой стадии проходит. Но если ребеночка причащаем сразу после родов все время, первые 2 года, детских болезней вообще нет. И он становится святым, он не может грешить. Если мы женщину перед родами причащаем хотя бы 1-2-3, и потом принимаем роды, то роды безболезненно проходят. То это чудо. Даже первый кесаренок был, кесарь, а второй род нормально. То есть потому что вот это главное. Христос. Без меня не можете творить ничего. И вот если мы вот это возвращаемся к главному, все остальное прикладывается. Вот это я свидетель во многих местах этих чудес. И недавно был случай как раз в Боржоми. Девочка пыталась прыгнуть с 9-го этажа, 19-летний ребенок. Но что-то ей враги хотели его уничтожить. И родители ее поймали и приводят к святителю, к владыке Серафиму. Что делать? Наше дитя погибнет. И он говорит, я не Бог, но я вас прошу 40 дней подряд причастие.
Даже когда девушка, ей нельзя, но я приказал причащать. Через 40 дней это был здоровый человек, который сейчас мама здорова, который рожает детей, все в порядке. То есть мы должны вернуться к тому, что мы оставили, будучи христианами. И по закону святых отец мы извергнуты из церкви. И поэтому войны, поэтому нас бесы имеют право колоть. Сейчас нужно вернуться к первой церкви, где они все причащались ежедневно, как святитель в тюрьмах приказал грузинских. Кушал, не кушал, читал, не читал, но ежедневно пускай причащается каждый заключенный. То есть мы хотим вернуться. Мама уцела тадамьянеби, тауси кцеви тадагулит, упро ахлос икнен хмертан. Адрес отдамерт саукунши, рамдинада ахлоса сулиера чуэни куэкана да, рамдинада ахлоса исупалтан. Вот это жажда и, пожалуй, наверное, каждый христианин, который читал в Деяниях апостолов, ему хочется первого, хочется аромата православия, хочется, когда Матерь Божия жила, когда были живы апостолы, ученики Христа, почувствовать вот эти чудеса, которые были связаны с Первой Церковью, что в день 3000 человек, не считая женщин и детей, то есть получается 30 тысяч, потому что там минимум 8 человек детей приходило к церкви. Другой день 5 тысяч, то есть 50. И вот это чудо Первой Церкви, что они так себя вели и так жили, что к ним прилагались к церкви. Вот. Как это сейчас? Сколько это можно нам приблизиться к Первой Церкви? Господь сказал, и его слова не приложены. Но я первый будет последний, и последний будет первый. Поэтому мы еще увидим чудо обновления церкви. Нам говорят, что еще есть пророчество, что преподобный Серафим воскреснет, он будет проповедовать, и его по телевизору будет видеть весь мир, и в покаянии будут все, потому что он будет нам открывать тайны, почему мы не в первой церкви. Почему мы оставили первую церковь, первую вот эту радость жизни во Христе. И как это сделать, как вернуть? Но пока, до того, как воскрес Серафим, до того, как Илья Пророк вышел на проповедь, мы должны эту задачу как бы выполнять. Не как бы, а каждый в свою данную ему силу. И вот, поскольку Бог нам дал такой опыт, когда мы молились в монастыре Креста и в монастыре Нискинич, это была молитва 3 месяца подряд. Всю ночь мы молились за младенцев нерожденных, причем собиралось человек 30, и мы молились за каждого из этих 30 в отдельности. То есть вот сейчас 20 минут только за этого человека. Он просит или за младенца убитого, или за заключенного, или за наркомана своего, или за какую-то беду, или за какого-то врага, который у него появился. Вот была наша молитва. Потом за следующего. И так у нас была молитва, но как бы за одного это нас держало. Это была радость очень большая, покаяние. Утром была литургия, и нас всех причащали. Потом многие уходили на работу, а мы псалтырь читали. И вечером была опять всеночная служба, и снова собирались вместе, устраивали трапезу небольшую, и потом молились всю ночь до утра. И что интересно, 3 месяца подряд нам не хотелось спать. Люди работали. Но как это может человек не спать? День, два, три, а тут 3 месяца подряд. Дух Святой стоял с нами. Мы чувствовали аромат православия. Когда одного Виктора спросил через 2 недели нашей такой молитвы, я спросил всех: деточки, расскажите, что изменилось в ваших семьях за вот время этой нашей молитвы? Мы держали непрестанный псалтырь, огородичное правило, эту молитву и главное причастие. И он говорит, что ты знаешь, у меня есть жена,
И когда я на нее обижен, то 2 недели подряд саднит рана. Я ей скажу, я прощаю, но рана не отпускала. Сейчас, в эту самую минуту, как она не то делает, я ей прощаю абсолютно. То есть изменилось вот это чудное. Кто гнивается на брата своего, человека-убийца есть. Если мы обижаемся, гниваемся, то наши вот эти страсти идут, и кого-то убивает, и все. Но когда мы учимся не раздражаться, когда этот Дух Святой дает нам пребывать в благости, это первая церковь. Плоды Духа Святого, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, кротость, милосердие. На таковых нет закона. И вот это мы были, это был один опыт. Один опыт был 74 дня вокруг России, Украины, Беларуси. Мы делали крестный ход автобусный. Но 74 дня и 74 ночи мы молились. И тоже были люди, которые не спали. Мы простые люди. Но Бог показывал, что такое аромат православия. Что ежедневное причастие, исповедь глубочайшая и молитва. Вот эти опыты, еще один опыт был в набережных Челнах, тоже 2 месяца подряд мы молились. И один опыт был под Новгородом у женщины Марии, которая 94 года лежала. И там у нее в домике мы тоже держали молитву. 2 месяца подряд мы утром встречали солнце, и солнце играло, как на Пасху. Но чудеса были велики, и мира не текло из Матери Божией иконы, полной розы верст, а било. То есть вот что такое православие. Это радость, это песня, это бесконечность бытия, это сплошное узнавание. Поэтому, когда спрашивает Кесария, эта женщина, патрицианка у Василия Великого, святитель, скажи, сколько раз нужно причащаться для души? Он ей пишет, хорошо и приполезно причащаться ежедневно. Потому что кто будет спорить с тем, что ежедневно причащаться, это значит жизнь разнообразна. Потому что каждый день новый дает разнообразие. И он и говорит ей, что в крайнем случае 4 раза в неделю, когда 4 литургии в неделю. Вот Василий Великий, Иоанн Златоуст говорит эти слова. То есть нам святые учат, что это прекрасно. И вот мы должны вернуться опять в это состояние. Христос входит в нас, мы исповеданы, и мы светимся, как 16 солнц, как фиксирует академик Виктор Вейник Приборин. Но когда мы светимся, то каша наша нормальная, ласки наши нормальные, отношения нам. А когда свет прошел, то мы светимся и притягиваем всякую черную силу на себя, всякую порчу. И мы не знаем почему. А вот она причина. Потому что мы нарушаем соборы святых отец, нарушаем главное Христово. Если будете пить мою кровь, есть мою плоть, да, то вы пребудете во мне, и я в вас. Ничего не попросите, получите. То есть вот это вот нам нужно вернуться, и это несложно вернуться. Это нужно проверить на себе. Сначала трудно, враг не дает, потому что он боится причастия. Но если мы преодолели это, тогда мы живем в раи. И все нам служит ко благу. И каждый день жених входит в невесту. Мы невеста, Христос жених. Мы живем в первой церкви. Это несложно. Это близко. И это будет. И да будет так. Аминь. Oh.